Жителю Владикавказа предъявлено обвинение в совершении особо тяжких преступлений. 5 лет назад в городе Дигара были расстреляны 3 местных жителей. 2 из них скончались на месте происшествия. Еще 1 госпитализировали. По подозрению в причастности задержали жителя Владикавказа. Ему предъявлено обвинение в совершении этих преступлений. Подробности в репортаже МВД Республики. Северо-осетинскими полицейскими задержан подозреваемый в убийстве. Спецоперация по задержанию вооруженного преступника была проведена полицейскими в центре Владикавказа в одном из частных домовладений. Раскрытие данного преступления находилось на особом контроле министра внутренних дел генерал-лейтенанта полиции Михаила Скокова, как вызвавшее широкий общественный резонанс. Убийство было совершено в 2014 году. Одного из подозреваемых полицейские задержали, второму удалось скрыться, и он был объявлен в федеральный розыск. В январе 2014 года возле одного из кафе на окраине города Дигара были расстреляны из автоматического оружия 3 жителей республики, 2 из которых скончались, 3 получил огнестрельные ранения, был доставлен в лечебное учреждение. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство 2 и более лиц». В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено причастность к совершению данного преступления 2 граждан республики города Дигара 1982 и 1984 года рождения, один из которых по горячим следам был задержан, осужден к 18 годам лишения свободы, к отбыванию наказания в колонии строгого режима. Второму преступнику, подозреваемому, удалось покинуть пределы республики, он был объявлен в федеральный розыск. На розыск и задержание опасного преступника был ориентирован весь личный состав МВД Северной Осетии. Его фото размещалось на стендах, их разыскивает полиция. Осуществлялось постоянное тесное взаимодействие с полицейскими других регионов России, где он мог скрываться. Шаг за шагом оперативникам удалось выйти на след подозреваемого в тяжком преступлении. И как только он приехал во Владикавказ, был задержан оперативниками при силовой поддержке спецподразделения «ГРОМ» в доме своей матери в центре Владикавказа. У задержанного изъят пистолет ТТ с патронами. 34-летний уроженец Дигары ранее судим по статье 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия» и статье 162 УК РФ «Разбой». В настоящий момент подозреваемый в убийстве заключен под стражу и находится в ВВС. Ситуацию прокомментировали в Следственном управлении Следственного комитета России по Северной Осетии. По информации, которую они предоставили, задержанному грозит от 8 до 20 лет лишения свободы. Благодаря кропотливой работе следователей Следственного комитета России и сотрудников уголовного розыска, которая не прекращалась, несмотря на продолжительное время после совершения преступления, в ночь на 5 февраля 2019 года во Владикавказе обвиняемый был задержан. В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений. Следствием в суд направлено ходатайство об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.